Лекции о Фармане Салманове и истории батарейки пройдут в рамках форума «Нефтяная столица». Лектория организует интеллектуальный клуб при поддержке фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и гранта губернатора Югры. Так, сегодня в 18:30 в КВЦ «Югра-Экспо» специалист исторического парта «Россия. Моя история» расскажет о знаменитом геологическом десанте на Сургутской земле. Вторая лекция, посвященная двухвековой истории химических источников тока, пройдет завтра в 13 часов в онлайн-формате.